Hey, всем привет, дорогие друзья! С вами Милтон, а мы находимся с вами в новом горизонте Грек Теха. И добро пожаловать на сервер. И наконец-то мы дождались этого обновления 6.8. Но пока что данное обновление находится в бета-тестировании. Здесь есть некие баги, которые еще будут исправляться. Но я уже обновил сборочку, чтобы начать играть, чтобы наконец-то уже заняться полностью, доделать фузионку. Но сейчас пока не о ней. Давайте рассмотрим данное обновление, что же оно нам преподнесло. Начнем, наверное, все-таки с заданий. Откроем квест наш бук и потихонечку пробежимся по всем вкладочкам. Самому интересно, что же тут добавили. Ё-моё, даже в первой вкладке новые задания появились. Ой, ё-моё. Я не знаю, что тут такое, но просто зачту. Криперы, проблемы. Короче, начальное все рассказывают. А, о всех этих мобах рассказывают, ё-моё. Еще и награду, там ниточки дают. Блейс роды дают, ё-моё. Зомби пигмен. Еду тут дали. Офигеть. Ладно, прошли чуть-чуть. Здесь еще черника, снежок. Мы можем типа мус сделать из этого. Всякие ступеньки. А, играете в одного? Ну, ладно. Аром бэкап. Короче, можем поставить, если играешь в одного. Но это мне не интересно. ГТНХ. Бла-бла-бла, машрум. Короче, грибочка найти, здесь что? Короче, нам мозги какие-то дают. Окей, зачтем. Заберем. Это потом как-нибудь зачтем. О, во второй вкладочке. Вижу, тут тоже здания появились. И что-то тут у нас тоже нарушено. Алюминий. Окей. И тогда вот открылось. Да, все, теперь наладилось. И тут нам говорят, что типа можно авторепайр поставить на нашу кирку. Но без проблем. Нам даже буклишко дали. Задание на дверку. Ну, это было уже. Раздатчик. Я же выполнял. Я выполнил задание на железный сундук. Ну, ёперный театр. Ладно, дальше неинтересно. Вроде тут ничего больше нету. Ничего новенького. Так, в тир 1 вкладочка. На железную дверь. О, на резиновый костюм. Ведро липкого клея. Soft mallet. Ну, это мы и так знаем, как это все делать. Ну, ладно. Видимо, сейчас крафт поменяли. Вот этого всего костюма. А, ну да, поменяли. Теперь клей еще используется при крафте данного костюмчика. Хорошо. Так. На душе как было, так и осталось пока у нас задание. Больше тут вроде ничего такого нету. Поехали в следующий тир. На 32. О. И здесь тоже все увеличилось. Ну, в эту сторону что-то все хочется пойти в ноды. Но что-то никак руки не доходит. Печка. На 32. А я свою разобрал на 32. Да ё-моё. Шлюз. А, это чтобы сделать этот танк. Окей. Бирка. У меня вроде бы бирки должны быть где-то. Можно было бы зачесть. Кейбл диод 4 ампера. Чё? Какой-то новенький механизмик есть. Диоды, бла-бла-бла. Надо посмотреть и разобраться, что же он дает на 2 ампера, на 4 ампера. Хм. Интересно. О, базовый рекуклер. Офигеть. Самый слабенький на 32. О, ну мы хотя это выполняли, но сделали сразу мощно на 2К, но все-таки тут даже на рекуклер есть на 32. О, Ойлсент, мне надо будет, значит, найти где-нибудь жилу и самому ручками скопать ее, чтобы была она в жиле. Парочку, ну 5 стеков скопаем и зачтем задание. Вакуумная воронка, это хорошо, как-нибудь потом выполним, все равно нам пригодится. О, пустотный фильтр упавших предметов. То есть, если нам что-то будет не нужно, нужно что-то уничтожать, нужно будет что-то уничтожать, то пустотный фильтр нам поможет. Интересно. Сюда даже двигаться не стоит, мы и так уже лаву добываем. Хотя выполнить задание зачесть можно было бы. Базовый принтер. Вот такой принтер у меня уже есть. Его можно было бы просто подобрать. Так, на галлиум и арксене тут нам рассказывают. Окей, зачли. Здесь Купер поддержал меня. Дают награду, окей.
Без проблем. Ну вот, опять личный якорь там скрафти. Да ёперный театр. Ну ладно, задания, вижу, добавились. Поехали дальше. Что тут интересно? Чё? Моторчик? Ну ёперный театр. Ну, из-за него сейчас тут куча зданий не закрыта. Давайте уже тогда этим тоже займемся. Сейчас тут все, что можно внутрь засунуть, засунем. Так, моторчик. Моторчик. Раз, два, три, четыре, пожалуйста. А, это мы зачли. Магнетик, стил рот, алюминий рот. Стил рот. Четыре, да, вроде бы, если не ошибаюсь. Алюминиевые роды. Ну, сегодня мы разберем все, что тут нам предоставляет данное обновление. Позакрываем некоторые задания. Посмотрим вообще, что изменилось, что нужно было бы исправить и все в этом духе. Но это потихонечку. Так, купроникель. Купроникель, 16 штучек. Да без проблем, на, создавайся. Потом это все возьмем, зачтем. Купер кабель. Так, купер кабель. Это есть. Так, ну и поехали. Опять же, стил роды. 4. Алюминий. 8. И остался только купроникель. Ну, вроде все работает, все крафтится, это хорошо. Можно было бы сказать. Все, это мы зашли. Это просто главное задание, которое тут от него уже просто идут все остальные. Его важно было бы выполнить. Здесь у нас на Юл Пик. А у меня есть такие... Пик. А у меня такая штука есть. Я ее могу создавать. Хм, интересно. Только я почему-то ее не режу. А, нет, подождите. Могу резать, могу. Давайте напишем пик. Нет, а как там пишется? А, просто ультра. Ультра. Вот такие штучки у меня есть. Приятно так, знаете, выполнять задания, которые те уже компонентики валяются с собой. Эти задания у меня, ну, как бы выполнены, но не забрать награду, жалко. Этилен, хлор, чтобы сделать винил, хлорид. Офигеть. Окей. На рыбку это все, вот это было уже по стандарту. Как было, так и осталось. На вентилятор у нас тут появилось задание. О! Танталит, спесартит, пиролизит и гроссалар. Ага. В Азроворлде нужно будет найти жилу и скопать. Да ёперный театр, опять искать, опять копать. Но думаю, как-нибудь займусь этим. Задание еще появилось у нас на вкусную муку, минеральное удобрение и разбрызгиватель. О, это, то есть для грядок. Хорошо. Ну, опа. Тут можно... Нет, нельзя забрать награду. Не засчитывается. Circuit программ. А зачем это нужно? Это у нас Бертворк. Хм. Ну, можно, короче, потом пройтись по этим заданиям, посмотреть. Так хотя бы так видно, что к чему. Хотя, ладно, пофигу. Так. В четвертом тире. Электромагнит. А он меня... А что ты не засчитываешь? Или нужно его скрафтить? У меня есть электромагнит. Хм. Может быть, разряженный нужен. Не знаю. Ну, ладно, задание с доном электромагнит появилось. Опа. Эй, мы это выполняли, а почему она тут и почему, как до него дойти через тебя? Рок Каттер. Какой-то интересный девайс новенький. Чё, тефлон? Хидрин? Водород? Флуорин? Гидрофлуорик оксид? Да, тефлон, офигеть. Ну, хотя мы это выполняли, можем мы, конечно, по нему пойти. Тут что у нас? Нафта плюс универсальная жидкостная капсула со стимом. Чтобы сделать Steam Cracket. Интересно, куда нас тут поведут? Ну, добавили новое задание, сразу видно. Интересно. Ладно, поехали сейчас дальше. Амплификатор. Ух ты! Ух ты! Мы с вами делали амплификатор на 2К. Тут нам дают задание на 512. Ну, то есть, тот же самый механизм. И через него пойти. Опять куча коробочек. Можно было бы тоже этим заняться. Но всем по чуть-чуть. О, доторбы. Сколько? 4? 4 доторбы нужно скрафтить. И для него
это количество всех микросхемок подобрать. Ну, конечно, тоже было бы интересно, но мы сами как бы и так могли это создавать. У нас на автокарте стоит призрачный ключ на тайную комнату. Было бы неплохо тоже было бы создать. Здесь у нас на барабаны. Это тоже неплохо. Сюда не знаю, как дойти. Все висит такое, висит. Ладно. 8К, что тут? 8К ни черта не добавили. Пожалуйста, пожалуйста, в 32 что-нибудь добавьте. Ни черта. Окей. Фазионка. Но тут пока мы дальше не пошли. Может быть, что-то добавилось. Возможно, что-то и нет. Пофигу. На еду нам не интересно задание. Хотя можно было бы как-нибудь посвятить серию там. И просто разную жрачку там поготовить и так далее. Но пока не хочется. О! Iron Wood. Сделать всякие... Ого, прикольно. Это я раньше делал. Короче, задание на броньку тоже появляется одно за другим. Хм, окей. Мультиблоки. Ты, вижу, что-то добавилось. Йоу, как много всего-то. Опупеть. Давайте по порядочку. О, добавили наконец-то. Задание на Электрум. Флакс Койл блоки. Сколько? 16 штучек. Ну, давайте это сделаем. У нас все равно они есть. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все, 16 штучек есть. Та-дам! Комплект задания. Йоу! Тир 8, ЗПМ. Я не знаю, сейчас там будет какая-то... Чего? Новые коины? Офигеть. О, и дальше есть. Девятый. Па-па-па-па-па-па-пам. Ну, до драконика нам еще далеко. Но все же, уже приятно, что добавили эти задания. Наконец-то мы это выполнили так без заданий. Но все же. Это вернем. Так, она и сама уже запустится. Новые коинцы, блин, классно. Черники такие, суперские. На, тут сиди. Откроем сумочку. Давайте посмотрим, что там. Алмазы. А это что значит? А это значит, что еще не добавили никакой награды в эти сумочки. Зря открыл. Нету смысла сейчас открывать сумочки 8-го и 9-го тира, потому что там в них награды никакой нету. Это что у нас? Патронник Energy Storage Units. Лесу. Йо! Что это такое? Да, давайте прочитаем. Лессу. Это один из старейших машин, доступных в Гректех. Ее происхождение находится в Майнкрафте 1.3, непонятно каком, окей. Теперь она переделана для установки в этот модпак. То есть, раньше она была, ее переделали в эту, и теперь тут им можно пользоваться. Прикольно. Вы можете добавить к нему почти бесконечное количество корпусов Лессу. Офигеть. Интересно, безграничный. Это насколько она здорова может быть? И вообще, зачем она нужна? Я просто не знаю, что это за устройство Лессу. И у вас будет ограниченный запас энергии. Вы также можете жить в вашей батарее. То есть сделать базу из батареи, это прикольно, прикольно. Может быть, как-нибудь этим позанимаемся. Я пока не понимаю, зачем она нужна, как ей пользоваться. Хотя, мне кажется, было бы интересно. Мне сразу вспоминается Тардис. Типа там, хоть откуда можно забирать и передавать. И, короче, куча всего интересного, полезного. Ну, ладно. Ладно. Есть здание, это хорошо. Так, что у нас тут? Это, если не ошибаюсь, на мельницу. Ну, не мельницу, этот крутяшку, то вентилятор, который энергию будет генерировать. Возможно, надо будет посмотреть на бедрок. Так, еще осталось здесь у нас. Так. Ну, это тут нас просто посвящает. Его молодцы, что перешли и бла-бла-бла. Ладно, забираем награду. Это я так все и не выполнил. Все так было лень. Здесь что? А, ну вот это задание, как оно было и осталось. Это вот то, что мы с вами проходили по, ну, по разным планетам, летали и жидкости искали. Вот. И на Луне мы нашли там гелий третий и соляную воду. И нам говорят, типа, начерпай там определенное количество капсул и получи награду. Ну, окей. Может, когда-нибудь я этим займусь. Здесь что у нас?
А, ну, этим мы с вами займемся. Нет, ну, бойлер, не знаю, буду создавать или нет, ну, ладно. Дальше. Мануал трансформер. Че? Это что-то какой-то новенький какой-то блок. Ой, мультиблок. Вот один circuit. Direct up step. Circuit 1. В контроллере. Direct down step. Energy hatch. Так, давайте почитаем о ней. Ха. Раздражен строительством цепи трансформаторов? Ну, есть такое у меня очень много всего такого. Окей. Не хотите взрывной риск на вашей базе? Ну, вроде так про этот, как его переводится. О! Молния. Ха-ха. Ладно. Хотите использовать эти моды люки и динамо 64 ампера от TechTech'а? Я не играл с TechTech'а, поэтому не знаю. Чтобы преобразовать свою мощь, сделайте ручной динамо и конвертируйте все это. Ручной динамо и контролировать. О, ага. Интересно. Как она должна выглядеть, что она должна делать именно? То есть... Energy Hatch Dynamo Hatch Maintenance, бла-бла-бла. Надо потестировать, надо посмотреть, что это за мультиблок такой интересный, как он работает, зачем вообще нужен и с чем его едят. Но появилось новенькое задание, это прекрасно, это прекрасно. Building Butter Bases. И пусто. А зачем добавили вкладочку, где вообще ни одного задания тут? Ну, чё за чушь? Ну, ладно, Steve Cards. Пока нам не до него, не до Forestry. О, здесь что-нибудь добавили. Вижу, можно стекло забирать. Жердочки даже есть. Опа, 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 это что? Кальцит. Даже кальцит здесь можем получить с вами за коинцы. Здесь получить удобрения, но они мне нафиг не нужны. Это что? Рыбная ловушка, ух ты. Ух ты. Ну, в общем, понятно. Ничего толкового пока здесь нету. Хорошо, поехали дальше. Грехтех плюс-плюс, ничего новенького не завезли. Нам это печалька, ну ладно. По Forestry мы как-нибудь еще займемся им обязательно. Хочу позаниматься Forestry, но пока не до него. Саженец, сумеречные сосны, светлячок. Короче, понятно, интересно. И есть новые задания. Так, неинтересно, неинтересно. Open Computers. О! Space Race. Вижу сразу первое новое задание. Про пластик туда-сюда. Мон, Марс, Европа и Семипроспектор. Проспектор. А, это нам рассказывает то, что если тебе нужно жидкости, ты можешь отправиться на Луну, Марс, Европу. Использовать проспектор. Узнать, какие там жидкости. И поставить Fluid Drilling мультиблок. И качать жидкости. Ну, окей. Я вас услышал. Так, пока тут все осталось. Ну, пока тут не вижу ничего новенького. Может быть и есть дальше, но не знаю точно. АЕ. Пусто. Убить мобов. Ладно. Здесь мы еще не закончили. Легендарный квест пока нет продолжения. Ну, еще пока триггеры другие не сработали. Kill Ender Dragon. Опа, 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 на. Я хочу... Блин, надо как-нибудь, знаете, это с вами призвать снова дракона. Убить его. Было бы прикольно. И все. На этом пока все. Это все, что касается заданий. Разумеется. Ох, уже 20 минут прошло. Ладно, пофигу. Давайте смотреть дальше. Одно из того, что здесь мне очень не понравилось... Это то, что, ну, так как это сейчас бета все еще. У меня сейчас нету выработки моей энергии. Почему? Потому что мою красивую структуру, вот, которую я вам еще ни разу не показывал. Вот такое. Вот она. Тут баг у нее. Она не работает. Она не принимает себе энричит на кодах рода. Я уже и болты вставлял, и все остальное. И обычные. Короче, все подряд вставлял. Она ничем не хочет запитываться. В итоге сейчас там баг небольшой, который уже исправили, как только выйдет стабильная версия.
что там от нас все заработает. То есть сейчас пока что на моей базе минус 130к, 131к EU, тик. И в итоге сейчас у меня выработка энергии хромает. Это прискорбно, очень прискорбно. Ну, придется сейчас сильно не тратить энергию. Не знаю вот насчет фузионки, стоит ли ее сразу собирать и запускать. Ну, потому что там будет колоссальное количество энергии потреблять. Но посмотрим. Возможно, ну, посмотрим. Ладно. И еще. Давайте пробежимся по базе. Посмотрим, как у нас тут дела, кстати. Ну, ладно. Пусть работает чуть-чуть. Что у нас тут? Все ли хорошо? Па-пам! Смотрите, какая интересная вещица. Я уж подумал, у меня с текстурки сползли как-то непонятно. А здесь новые текстуры нам подвезли. Опупеть. Вот это да. Че? Инкомплект структура? Чего? Эй, вы че мне поломали это все, а? Вот тут нормально. И тут инкомплект... В смысле? Так, сейчас, подождите, я разберусь, в чем инкомплект, но... Ой, и тут все поменяли. О, какие вы красивые мои, а. Инкомплит. В смысле, так. Инкомплит. Тут нормально. Да вы издеваетесь? Какого черта все мне инкомплит? Ну, от Гректеха, вижу, все работает. А вот... От Гректех плюс-плюс, инкомплит. Давайте разбираться. Откроем тогда. Посмотрим, что у нас тут творится. Контроллер, вот баст, бла-бла-бла. Это все есть. Это Core-модуль. Core-модуль. Чего? Так, я так понимаю, завезли новенький блок. И тут Core-модуль. Я сейчас просто проверю везде. Так. И тут core-модуль. Что это за такой интересный новенький блок к нам подвезли? Модули. Что теперь он везде используется во всех мультиблоках? Интересно. Нахрена он нужен? Зачем его вообще добавили? У нас так есть maintenance hatch, который в каждом мультиблоке есть. Тут еще и core-модуль какой-то. Так. Ториум реактор. Чего? Ториум реактор? Это было раньше? Это раньше было, серьезно или нет? Я хочу его протестировать. Хочу посмотреть. И тут core-модуль тоже. Хочу посмотреть, как с ним играться. И что он может. А-а-а. Да, нас ожидает в будущем много всего. Так, индустриальный cooking oven интересно, material press интересно, factory. Я сейчас просто смотрю, что новенько добавили. Гректех мультитанк. Ух ты, fluid tank мультиблочный. 3 на H на 3, то есть 3 на 3, а H то есть вверх. Типа неограниченное, но максимум 20... Вау, я хочу посмотреть, говорю, этот танк. Опупить. Как много всего. Комен, компакт. Куклотрон. Что-то знакомое, куклотрон. Куклон. Партикл ацелератор. Я не помню, что это за машинка, зачем она нужна. Надо будет тоже потом разобраться. Фузион порт. Фиштрэп. А, это рыбак наш, офигеть. О, рыбку может ловить. Ух ты. Надо тоже позаниматься этим обязательно. Блин, сколько серий нас еще ожидает с вами. Кайф. Fusion Foil Processing Plant. Foil Refinery. Ёперный театр. Sift. Так, это есть. Экструдер. Кстати, экструдер я бы с удовольствием бы забабахал бы себе тоже новенький. Да, так, не то. А, подожди, что такое-то? Processing Factory. 9-in-1. То есть, только одно что-то. Компрессор, лазер, электромагнитик, поларайзер, ферментер, флюид экстрактор, экстрактор, лазер, автоклава.
Какой охрененный агрегат. То есть, тут есть три вида. Чем, как он может работать? A, B, C. И везде по несколько машинок. И интересно, как он работает. О-хо-хо-хо! Хочу этим позаниматься обязательно. Чё это Arc Friends? Это печка. Плазменная электропечка. Ну, мы пока этим не пользуемся. Неинтересно, если честно, это Solar Tower. Я не знаю. Ладно, неинтересно тоже пока что. Turbo Steam Turbina. Не, тоже неинтересно. Turbo... Не то. Thermal Boiler. Ну, бойлер какой-то. Ладно, поехали дальше. Автоассемблер. Ассемблер, дизассемблер, автокрафтер. Уху, можем я ассемблер потом еще сделать себе. Прикольно. Блин, о, пэкиджер. Мультиблочный пэкиджер. Это то, что мне нужно. Обязательно нужно будет его сделать. Я не смотрел, честно, на большинство машинок. Не скажу, что сейчас новенькое завезли, а что старенькое. Но для себя много открытий открываю, потому что заданий пока на них нет. Но эти машинки, оказывается, есть. Поэтому нужно позаниматься. Реактор Марк... Реактор, не знаю, надо подумать. Так, тестмент. Випонизит лайтинг рот. А хрен его знает зачем. Генерирующий array. Процессинг array. Ну ладно. Factory контроллер. Это катинг машин. Катинг. Уху! Я хотел себе катинг. Вот он, мой сладенький. А, вот. Я уж и забыл, зачем мы сюда залезли сейчас. Core-модуль. Контроллер-core-модуль. Вот он. Такой вот блок должен стоять в каждом мультиблоке. Как он хотя бы создается, давайте посмотрим. Вау. Нанопроцессоры. Energy Core LV. Double Eglin Steel Plate. Ну, это мы как-то создавали. Ну, не знаю, сейчас печка у нас не работает. Возможно, не сможем создать. Зеркониум, то есть новые сплавы все. Ашу машин хул. Нихрон. Core контроллер LV. Ну-ка, ты создаешься. LV-шный контроллер. Mainten Frame. Silicon Carbide Screw. Зеркониум. Карбид. Зеркониум. Зеркониум. ULV контроллер Core. Чего? Чего? Workstation. Тумбага. Потин. Тумбага. Потин. Energy Core MV. Stainless. Incanel 792. Короче, микросхемки. Купер. Incanel 792. Эглин. Energy Core LV. Причем по две штуки каждого. Aluminium Bolt. Eglin Steel. Микросхемка. Кобальт кабеля. Eglin Steel. Silicon Carbide. Energy Core LV. Сколько можно, мать вашу? Steel Bolt. Zirconium. Микросхемки. Redstone Alloy. Зеркониум, Молтен Потин. И все. Это что было? Это что за гребаная... У меня слов не находится. Это что за... Это как его... Матрешки-то, ё-моё. И это все, чтобы создать тут один вот этот контроллер Core. А тут еще, смотрите, LV Energy Core. И еще и сюда их нужно. Мать моя женщина. И это ж все, чтобы создать только один контроллер Core модуль. Серьезно? Да вы с ума сошли, То есть теперь для каждого моего мультиблока мне нужно будет под контроллеру такому ставить. Это, то есть мне надо сейчас ставить автокрафты, чтобы он собирал все одно из другого. Если я серию буду на это тратить, то серия будет полуторачасовая, двухчасовая, трехчасовая. И разбивать на несколько серий что-то не хочется. Большинство из этих материалов мы и так с вами сделали. Мне кажется, проще мне будет посидеть,
и эту всю матрешку состряпать уже за кадром. А потом просто показать вообще, сколько ресурсов на это все тратится. По времени еще 300 секунд создается. Ну-ка, по времени что там? 120 секунд. Ну, это все на 30к, если что. 60 секунд. 67. 45. 22. Ну, в общем, нормально. Еще терпимо чуть-чуть, но все равно долго будет создаваться. Но я в шоке. Ну, просто ничего не сказать тут просто невозможно. Я в шоке. Теперь у нас вся переработка руды остановилась. Сейчас ничего не перерабатывается, потому что, ну, никак не может. Да ё-моё. Что за обновление ужасное. Если раньше input басы, там, input хэчи, там вот это все переделали, ну, я уже тогда чуть такой прикипел, но думаю, ладно, бог с ним. То сейчас это просто капец. Кстати, да, смотрите. Поставил еще на будущее сюда еще одну маленькую чистую комнату. Ну, это так. Не скажу зачем, не скажу. Вот, ну и все-таки. Меня это раздражает. Мы не сможем дальше двигаться. Ну, конечно, хочется ракетой заняться, но не буду я заниматься ракетой. Вот, хоть убейте, не буду. Пока я не сделаю контроллер эти модули. Как только я их сделаю, все машинки начнут нормально опять работать. Так, сразу же займемся уже и фузионкой, и всем остальным. Хорошо, надеюсь, договорились. Что у нас тут уже? О, 10 бедер материи, а попеть. Мне это нравится. А что у нас тут? Пусто. Возможно, он уже там все скопал, всю жидкость перекопал нам. Ой, водород-то у меня все. Это что? Понял. В общем, водорода-то у нас очешует как много. Давайте хотя бы посмотрим, что у нас тут. Вот это я понимаю. 3 миллиона аргона. 3 миллиона. Ну, ни хрена себе поставили тут ликвитайр. А пупеть. Все работает, все шикарно. Блин, кайфово-то как, а. Ладно, на этом буду заканчивать эту серию. Пойду заниматься энерджи... вот этим блоком. Ну, потому что без этого не смогу дальше записывать серии. Сделаю на автокрафт. Скрафчу хотя бы парочку. Все остальные будем уже с вами вместе докрафчивать, там, менять. Я даже не знаю, куда там просто их впихивать в мульти... точнее, в эти... структуры-то. Но все же. Скрафчу. И буду записывать уже следующую серию. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. А с вами был Милтон. И до следующей серии. Всем пока-пока.